Всем привет! Вы на канале AlexPal Production, и это уже серия «Начиная с нуля». Примерно полгода назад у меня появилась такая крутая идея начать снимать влог, как я открываю бизнес, имея при этом всего $2,5 в кармане. Сложилась такая ситуация, что в ноябре я потратил все свои деньги, у меня в кармане осталось реально $2,5. Вы можете посмотреть по ссылке ниже в описании, либо вот здесь будет подсказка на первую серию моего влога и посмотреть все серии. На данном этапе у меня уже есть зарегистрированная открытая компания, то есть уже есть готовый бизнес, но он еще не до конца построен. В прошлой серии я подавал заявку, чтобы зарегистрировать компанию в Дубае и занимался рутинной работой по документам. На данном этапе у меня уже есть компания, уже все зарегистрировано, я сейчас занимаюсь открытием резидентской визы для себя. Кстати, я приехал на давно полюбившийся мне Blue Waters Island. Здесь классная атмосфера. Сейчас найду прикольную кафешку с крутым видом и расскажу вам поподробнее, какие этапы сейчас нас ждут и на каком этапе мы сейчас находимся. По поводу компании. В общем, осталась формальность, доделать документы, получить резидентскую визу и все. Но это всего лишь только начало. Начало всего того, что должно произойти. И мы только сейчас начинаем какую-то работу по самому бизнесу. Мы уже нашли таргетолога, его зовут Денис, и сейчас я буду с ним созваниваться. Мы будем настраивать рекламу, будем тестировать разные моменты, будем разрабатывать свои схемы продаж, вот, и будем работать. Слышно? О, супер. Так, все, подключилось. Так, смотри, ну тут три текста, это получается вот в каждом видео должно быть вот три вот этих пункта, правильно? Нет, смотри, как это я думал сделать. У нас будет 6 видосов, да? То есть один текст ты используешь на два видео. Но я делаю микс, правильно? Я не делаю там конкретно на какое-то направление. Я сейчас делаю миксово. Да, да. В принципе, все настроено. Все теперь можно, в принципе, даже рекламу уже запускать. Я там чуть-чуть донастрою, кабинет создам, и можно запускать. Угу. Хорошо. Все, я понял. Но я буду туда приступать, чтобы, блин, завтра уже это все сдать в дело. Хотя бы первых два видоса. Ты же не сразу все будешь запускать, правильно? Хорошо, все. Спасибо большое. И тебе спасибо, давай. Давай, до связи. Пока. Ну что, мы круто созвонились с Денисом сейчас. Я ему расшарил доступ. Мы сделали все необходимое. Теперь будем настраивать рекламу. От меня теперь требуется сделать ролики, по которым будет настраиваться реклама. Как я уже говорил в своем монологе, что снятый влог есть, который я снял до войны еще, и так его и не смонтировал. Там тоже очень много интересных моментов. Я ходил там на прикольные мероприятия по мышлению о деньгах. Очень было круто. Очень сильно зарядился. Хотел это вам все показать, но, к сожалению, не получилось. Поэтому, наверное, сейчас выпущу сначала влог, потом сделаю влог, и потом выйдет уже этот. Вот, как-то так чуть-чуть у нас поменялось, но я надеюсь, вам очень нравится. Вот, дальше будет еще интереснее, потому что мы будем набирать людей в команду, искать классных специалистов, с кем-то сотрудничать, коллаборировать. В общем, будет очень много-много интересных моментов. Так, я уже не стал доставать стабилизатор и подключать микрофон. Я пообщался с Данилом, посидел классно, продуктивно поработал. Поставили мы задачи, которые нужно выполнить. Все, теперь мы, думаю, через пару дней опять снова созвонимся и проанализируем нашу выполненную работу
и оставайтесь на связи. Прямое включение из моей тачки. Сейчас еду немного поработать. Нужно сделать шоу-рилы для компании. Ночью была лютейшая гроза, просто нереально. Я проснулся даже от грома, не понял, что происходит. Но мою вторую машину так и не помыл этот дождь. Окей, поехали, поработаем. Почему я не работаю из дому? Потому что дома спит Алина. Судя по сторис, я увидел, что она легла спать где-то в 6:30 утра. Она проходит сейчас обучение на веб-дизайнера, будет делать сайт, и, кстати, будет скоро делать мне сайт. Вот. Поэтому, чтобы ей не мешать дома, я решил поехать здесь недалеко в Starbucks, посидеть, поработать, поделать шоу-рилы, допилить все нужные моментики. Но что я хотел сказать, что-то никак у меня не получается влиться в колею моего влога. Уже я снимаю третий влог, так сказать, который еще нужно будет смонтировать. То есть третий не смонтированный влог. Один у меня еще до войны снят. Второй я уже снял, но не выпустил еще. Должен выпустить его вот на днях. И это уже третий, получается, который нужно будет монтировать. Поэтому сейчас постараюсь. Главная задача номер один — это закончить мне с шоу-рилами. И потом можно будет уже вплотную заниматься влогами. Очень много людей мне пишет по поводу работы. Я оставляю ссылку всегда на Google Docs. Не знаю, мне уже плохо слышно. Оставляю ссылку на Google Docs, чтобы люди заполняли, заявки там оставляли свои. И мы будем отбирать ребят, которые будут работать с нами в команде. Но это будет чуть-чуть позже. То есть пока мы все раскачиваем. Я не могу сейчас сказать 100%, что каждый из оставивших заявку попадет к нам в команду. Естественно, эта база, она как бы не на сегодняшнее время, не на кратчайшие сроки. Это база на длительный срок. База этих людей, которых я собираю заявки. Поэтому заявки оставляйте. Я ссылку прикреплю еще здесь, на YouTube. Сферы деятельности — это фотографы, видеографы, VFX-артисты, кто работает с эффектами, маркетологи всяческие. В общем, много-много разных людей, связанных с продакшеном, с медиа, с рекламой. Всех мы собираем, набираем себе в команду. Но нужно немного времени. Офигеть, я, конечно, ни хера не рассказал. Вроде поставил. Сейчас идет запись, да, все окей. Я поставил на запись телефон, а он, оказывается, ничего не записал. Я очень много рассказывал, очень много говорил. В общем, продолжаю вести репортаж из машины. Сейчас еду в банк. Мне заблокировали карточку, мою Emirates NBD, местную карту, мне ее заблокировали, якобы в целях какой-то безопасности. Я просто сделал одну подписку сегодня на одном сайте, где можно качать стоковую музыку, там видосы, все, шрифты, короче, много-много разных интересных вещей. Вот, и мне заблокировали карту. Я позвонил в банк, в банке сказали, что нужно обратиться в любое отделение банка. Но так как у меня нету Emirates ID еще, сказали, можно взять паспорт, потому что я сейчас оформляю Emirates ID. Вот, я говорил, что у меня две новости. Первая новость — то, что заблокировали карту. Вторая новость — то, что я вчера сдавал результаты, медицинское обследование проходил для оформления Emirates ID резидентской карточки. Мне пришли результаты, все окей, мы продолжаем дальше делать документы. Вот. Что-то еще я рассказывал, у меня уже вылетело с головы, блин, я так все круто рассказал, но телефон собака ничего не записал. Посидел, поработал в Starbucks, отобрал треки,
треки отбирать, это очень тяжело, пока еду в банк. Посмотрим, получится ли решить вопрос с блокировкой моей карты. Ну, как мне в группе поддержки сказали, я сказал, что у меня нет Emirates ID сейчас, резидентской карточки. Они сказали, можно взять паспорт, так как я сейчас оформляю новый Residence ID. Посмотрим, получится ли мне решить этот вопрос. Не хотелось бы, чтобы моя карта была заблочена. Тем более, сейчас очень тяжело вообще открывать банковские счета, так как у меня банковский счет уже открыт. Это очень большой плюс. Вот. Хотелось бы, конечно, спасти как-то свой аккаунт в банке. Вот. Ну, посмотрим, сейчас съезжу, узнаю. Так что оставайтесь на связи, я расскажу вам, что как. Ну и ванина здесь, такое чувство, будто... Здесь кто-то сдох. В общем, две новости. Точнее, одна новость. Она относительно хорошая. Неплохая, но и не супер крутая. Свой счет банковский мне не получилось сейчас разблокировать. Потому что сказали, из-за того, что 6 месяцев, как закончился мой ID, спустя 6 месяцев карточка блокируется автоматически. Потому что я не обновил свой ID. Но плюс в том, что сейчас я уже подал заявку на новый ID, и в течение там пару недель выйдет мой новый ID, и мне просто придется приехать в любое отделение банка, дать свой новый ID, и мне восстановят мой счет. Новый мне открывать не придется, счет я не теряю, поэтому это классная новость. Так, ну что, заляпанный лифт. Время 5 утра. Еду снимать клип. Клип для нашего чувака Алина, который мы снимали в прошлом влоге. Сегодня третий день съемок, третья неделя съемок. У нас получается снимать только по выходным, потому что он работает. Сегодня финальный день, мы завершаем сегодня съемку клипа и будем приступать к монтажу. Погнали! Впервые слышу, чтобы на улице пели соловьи в Дубае. Пять утра, на улице ни души. Один чувак ходит по телефону, разговаривает. Очень красиво все выглядит. А это что? Что-то интересное. Две звезды каких-то ярких. В общем, дело такое, что не нужно затягивать с какими-то моментами. Я вот вовремя машину там не продлил, регистрацию. Помимо этого нахватался штрафов. Так у меня теперь еще и машину отобрали. Теперь придется ездить, искать. Куча хлопот, где-то машина. К тому же сейчас заблокировали карточку мою банковскую, и я теперь не могу продлить эту машину арендную, потому что у меня к ней привязана моя банковская карта. Буду просить друзей, потому что без машины я не могу остаться. Вот наш рэпер, вот наши кадры супер крутые. Давайте промотаем. Смотрите, как все круто выглядит. Наша модель. Здесь закроем. Hey, my opinion, the first came, came better, huh? First one is better? First one came fire. Okay. I will even tell you exactly from which second you need to put it. Так, ребята, оставайтесь на связи. В этой серии будет очень мало моментов из клипа. Вот, потому что мы уже заканчиваем его снимать, и не всегда есть время записывать видео, записывать влог. Так что оставайтесь на связи, будет много-много интересного, еще погнали.
Аргу такой. Ой, еще! Прямое включение с парковки полицейского участка. Короче, у меня, оказывается, вчера забрали мою машину. Вы помните, я показывал вот этот видос, что дочь прошла мою вторую машину и так вот не помыла. Сегодня я выезжаю утром, машины нет. Я ехал делать фотографию для документов. Съездил, сделал фотку. Возвращаюсь обратно, иду к охране, говорю, где машина? Охранник недовольственно как-то отвечает, что... А, черную машину вчера полиция забрала. Типа, CID. Окей, едь по... Типа, вот номер телефона. Я звоню, номера не отвечают. Я поехал в полицейский участок. В один. Там сказали, нет, это не у нас, короче, едь в другой полицейский участок. Я приехал в другой полицейский участок. Там никто уже не работает. У них уже Эйд начался, это такой государственный международный мусульманский праздник. И в честь этого у них 9 дней выходных. Теперь сказали, приходи после 9 мая. Где моя машина, я понятия не имею. Кто ее взял, кто ее украл, полиция ее забрала, либо ее кто-то другой забрал, непонятно. Прикол в том, что это сделали буквально перед этим праздником, когда никто не работает. Теперь 10 дней я не могу никак узнать, где моя машина вообще находится. Я не знаю, что делать. Это трындос какой-то. Вчера заблокировали карточку, сегодня у меня забрали машину. О, я еще должен быть уже сейчас на съемке через 20 минут. Ладно, поехали собираться. А теперь вне камеры то, что происходит. Ничего не буду говорить. Надо вытащить мусор. Кому это надо? Не выдумывай. Я сниму это на камеру. Что у нас? Банановые шкорки, доширак. Пусть люди смотрят, как мы живем. Помидоры он выбросили, виноград. На, снимай, буду заматывать. Снимай. Ты развернишь нормально. Так, а что там нажимать? Ну не тряси камеру. Я же бабка. Зато у нас есть чемодан денег. А-оу, не пали. Почему мы живем еще в такой хате? Потому что мы скрываем грязные делишки. И мои носки. И грязные носки. А они не грязные. А-оу. Шутки шутками, а мы собрались ехать на пляж. Да, конечно, прибрежная жизнь такая прикольная, непринужденная. Лежишь себе на пляжу, загораешь, купаешься в прекрасном море. А здесь по берегу ездят люди на великах, на скейтах. Кстати, очень атмосферненько. Мне, конечно, такой образ жизни по душе. Я немного перехвалил это место. Оказывается, здесь нет Wi-Fi. И, скорее всего, мы не будем задерживаться здесь по работе, потому что это не очень удобно. Нужен интернет, чтобы работать. Говорят, здесь очень вкусные бургеры. Это один из плюсов, да? И то, что это очень прикольное место. Выглядит очень стилево. По поводу работы. Я вчера завершил, наконец-то, 6 шоу-рилов. Это 6 видео, которые будут использоваться в рекламе. 6 видео на рекламу и 6 видео на сторис. Ну, это все на рекламу пойдет. Вот. Сегодня мы это утверждаем. Я допиливаю видосики для сторис, и мы запускаем уже рекламу по компании. Дальше. Я прошел все тесты, медикал. По-моему, я уже об этом говорил. Вот. Теперь я просто ожидаю свою ID.
компания уже зарегистрирована. Все, теперь продолжаем как бы работу. Что за милота, что за красота. Видно, что я загорела? Да. Я шоколад. Ты шоколадный заяц еще. Блин, какое что-то. Смотрим, что я сделал по работе. Ну вот, допустим. Я не помню, сколько там по материалам у меня на этот влог, но я думаю, что так или иначе этот влог подходит к концу. Это был 9-й выпуск «Начиная с нуля». Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, что бы вы хотели видеть, какие темы вам вообще интересны. Вот. И мне очень приятно делать для вас такие влоги, поэтому подписывайтесь, оставайтесь на связи. До встречи!